Ну что, встал я сегодня утром пораньше. Значит, а деревня. Думаю, ну надо снег убрать, дрова нарубить, потом начну плитку ложить у себя в доме. Выхожу на улицу, смотрю, а погода летная. Ну что, почистил я дорожки, нарубил дрова и говорю директору: погода сегодня хорошая, с утра летная, надо бы полетать. Поеду-ка я полетать. И директор меня отпустил, представляете? Говорит: ну иди, подлетни. Вот. Вот и поехал я, короче, в Лопотово подлетнуть. Не, ребятки, не получилось сегодня полетать, не успел я. Все, собираюсь домой еду, плитку ложить. Такие, ребята, я дождался погоды, решил подождать. Порывы стихли. Все, ребятки, супер. Теперь едем домой.